Привет, друзья! С вами Алексей Жиров и программа «Парусный спорт». Сезон уже перевалил через экватор. Сентябрь был насыщен огромным количеством регат. От Владивостока до Калининграда кипели сумасшедшие баталии. Смотрим. Блестящий итог чемпионата мира в классе RC44. Хет-трик Просихина и бронза броненосца. Представители яхт-клуба Санкт-Петербурга покоряют португальский Кашкайш. Поднебесный успех от Елены Калининой. Вслед за серебром чемпионата мира наша кейтбордистка успешно выступила на двух китайских этапах Кубка мира. Впереди только финишная прямая. В Национальной парусной лиге завершился предпоследний этап. И прежде чем мы расскажем о главных событиях сентября, посмотрим, чем еще жил российский парус в этом месяце. В Марселе завершилось первое первенство мира в классе NACRA 17, 49 и 49FX. Более 200 спортсменов из 28 стран встретились на акватории будущих Олимпийских игр. Большая часть гонок прошла в экстремальных погодных условиях. Лучший результат нашей команде показал экипаж в NACRA 17 Олеси Жуковой, заняв 5-е место. В 49-м хорошо выступил экипаж Артема Судакова, уверенно отобравшись золотой флот и заняв 23-е место. В классе 49FX гонялось даже два российских экипажа. Лучше выступили более опытные Марина Таран и Ангелина Маркова, 11-е место среди женщин. Экипаж Зои Новиковой занял итоговое 14-е место. В хорватском Сплите состоялся чемпионат Европы «Мастерс» в классе «Фин». Отличный результат показал Владимир Круцких, набравший 9 очков и ставший абсолютным чемпионом, а также победителем возрастной категории от 40 до 49 лет. Браво! В чемпионате мира «Клабс Ван 50» броненосец остановился в шаге от медали. На побережье Сардинии в яхт-клубе «Коста Смиральда» завершился первый в истории чемпионат мира в классе яхт «Клабс Ван 50». По результатам соревнований команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» финишировала в шаге от медалей на 4-й строчке. На Иносиме в Японии завершился первый этап Кубка мира этого сезона. В регате принимали участие 466 спортсменов из 44 стран мира в дисциплинах RSX 470, 49, 49FX, ФИН, Лазер, Лазер Радиал и NACRA 17. На Иносиме выступали 35 медалистов Олимпийских игр и 8 чемпионов мира. Павел Сазыкин и Денис Грибанов квалифицировались в медальную гонку, но из-за штиля она не была проведена. Россияне финишировали на этапе Кубка мира на 6-м месте. Сергей Комиссаров в Лазаре стал 43-м, Ян Чех и Иван Зотов в 49-м заняли 26-е место. В Таганроге завершилось первенство России в классах Лазер Стандарт, Лазер Радиал, 470, ФИН NACRA 17, 49-й, 49FX и RSX. В 470-ках вне конкуренции были Тимофей Григорин-Рябов и Алексей Сафонов. По юниоркам выиграли Ольга Шойхет и Анастасия Пустынникова. В фине чемпионом стал Евгений Деев. В Лазаре свой класс подтвердил Даниил Круцких, в Лазер-Радиале – Мария Кислухина. В 49-м чемпионами стали Никита Ушков и Кирилл Бабошко. В 49-м FX – Зоя Новикова и Диана Сабирова. В NACRA 17 победили Анастасия Майорова и Николай Горяев. И, наконец, в RSX праздновали чемпионство Илья Киричуй по юниорам и Полина Фирсова в юниорках. Из Санкт-Петербурга в Санкт-Мориц. После успешного выступления в полуфинале Европейской парусной лиги чемпионов сразу 5 российских экипажей отправились покорять столицу горнолыжного спорта. Впрочем, стабильные ветра озера Сент-Мориц обещали участникам финала SCL захватывающую регату. Озеро Сент-Мориц расположено на высоте почти 1800 метров. И здесь, как говорится, положение обязывало обеспечить участников финала лиги стабильными ветрами. Увы, но на этот раз с погодой всем откровенно не повезло. Погоняться в высокогорных Альпах прибыл 31 экипаж из 20 стран, но слабые ветра несколько скомкали программу регаты. Один день соревнований даже пришлось пропустить. Впрочем, несмотря на сложности, организаторам удалось провести полный формат гонок. По итогам 4 дней лучшим из лучших оказался швейцарский яхт-клуб Женевского озера. Сказалось в том числе и знание местной акватории. Второе место заняли немцы из Северогерманского гоночного союза. Третье – немецкая команда из Wassersport Verein Himmerlingen.
Напомню, Россию в нынешнем финале представляло сразу 5 команд. Это 2 экипажа из Екатеринбурга, победители Nord Stream Race 2018, повелители паруса Азия Максима Таранова и повелители паруса Европа Зорана Пауновича. Москва была представлена экипажами Игоря Рытова из яхт-клуба «Навигатор» и Юрия Морозова из «Пирогова». Северную столицу представляла команда Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной. Бронзовые призеры полуфинала Европейской парусной лиги чемпионов остановились в шаге от подиума. Выиграв последние гонки регаты, ребята разместились на 5-м месте в итоговом протоколе. Кстати, это лучшее место среди россиян. Опыт, конечно, незабываемый, потому что мы достаточно редко гоняемся на озерах, тем более на таких маленьких, тем более в условиях Среднегорья. Но, тем не менее, в принципе, нам очень понравилось. Ветер заходистый, из каждой щели дует, порывистый. Немножко не хватило его по силе ветра, но все равно все было здорово. Не успели остыть эмоции после стартов на комплексном чемпионате мира в датском Орхусе, а лидерам кайтбординга пришлось перебираться на другой континент. В Китае с небольшим интервалом прошли сразу 2 этапа Кубка мира. После того, как кайт включили в программу Олимпийских игр 2024 года, к этому виду приковано уже совсем другое внимание, и отрадно, что наша Елена Калинина – один из лидеров в этой дисциплине. 32 спортсмена из 16 стран мира. Элита кайтинга, преодолев более 10 тысяч километров из датского Орхуса, обосновалась в китайском Вэйфанге, родине воздушных змеев. Наша Елена Калинина выступала в ранге серебряного призера чемпионата мира. На этих соревнованиях я выступаю неплохо. Я сейчас иду вторая. У нас идет борьба, и мне все очень нравится. В итоге спортсменка Академии парусного спорта сумела закрепиться на 2-й строчке после американки Даниэлы Мороз и стала 20-й в общем зачете регаты. Мужчины и женщины гонялись вместе. Это были классные гонки против более сильных мужчин, и я всегда беспокоюсь из-за этого и, конечно, постоянно учусь. Когда ты борешься против людей, которые гораздо сильнее тебя, это многому учит и развивает тебя как гонщика. Не словом, а делом подкрепила слова Даниэлы наша Елена. Спустя 10 дней уже на острове Пинтан Калинина выиграла очередной этап Кубка мира, став 13-й в общем зачете. В классе RC44 последнее время россияне признанные законодатели мод. В 4 последних чемпионатах мира на счету наших яхтсменов 3 золотых медали, серебро и бронза. Очередное мировое первенство принимала парусная столица Португалии, небольшой городок Кашкайш. И неудивительно, на его акватории именно наши экипажи рассматривались в роли главных фаворитов. Кашкайш уже во второй раз принимал чемпионат мира в классе RC44. Именно здесь, в 2015 году, Владимир Просихин сумел в первый раз стать чемпионом мира. Но на старте регаты тон задал одноклубник Владимира по яхт-клубу Санкт-Петербурга Кирилл Фролов. Его броненосец победил в 2 из 3 гонок и уверенно возглавил зачет. Ника Владимира Просихина начала не так уверенно, но все же подтянулась на 2-ю строчку. Впрочем, итоги первого дня стали неожиданностью даже для самих лидеров. Чемпионат мира в Кашкайше стал лишь 2-м стартом в сезоне для броненосца. Ну, мы очень довольны. Хороший результат. Не совсем ожиданный, но это только первый день. Поэтому посмотрим, что будет еще впереди. Будем стараться получать удовольствие от парусного спорта. Уже на следующий день положение в таблице поменялось кардинально. Ника вышла в лидеры, а спустя еще день броненосец выбыл из тройки. Судьба золота решалась в последний день, где победой в последней гонке команда Владимира Просихина поставила эффектную точку, обойдя прямых конкурентов «Славянский Чериф». Чуть просевший по ходу регаты броненосец воспрял в последний день. Второй приход плюс победа вернули вторую российскую команду в тройку призеров. Что же касается Ники, то ее результат стал по-настоящему историческим. Команда Владимира Просихина стала единственной 3-кратной чемпионкой мира в классе RC44. Закончился чемпионат мира в классе RC44.
Русская лодка его выиграла. Вторая русская лодка заняла третье место. Поздравляем русских яхтсменов с победой в этом классе, престижном классе. И, конечно, я очень счастлив, что мне это удалось сделать третий раз и второй раз подряд. Стоит сказать, что сезон в классе RC-44 практически завершен. Впереди лишь решающая схватка за титулы сезона, и перед развязкой Ника возглавила общий зачет, опередив лишь на один пункт словенский Чериф. Пережив невероятно красочный парусный месяц, Санкт-Петербург и не собирался расставаться с регатами. Уже в сентябре северная столица в 7-й раз в истории принимала национальный чемпионат в популярнейшем международном классе СБ-20. Это был невероятный чемпионат с самой непредсказуемой концовкой. Регата собрала 24 экипажа из 8 субъектов Российской Федерации. И пусть на этот раз не было чемпиона последних лет Владимира Просихина, другие лидеры класса были в строю. Редкий случай. В первый день чемпионата гонки были отменены из-за того, что было слишком много ветра. Как признались организаторы, они хотели видеть гонки, а не борьбу за живучесть. Что ж, в последующие дни действительность превзошла все самые смелые ожидания. Было все. Плотная борьба, фальстарты с общим отзывом участников и постоянная смена лидеров. Перед финальным днем на первое место вышел экипаж чемпиона Европы в этом классе Артема Басалкина и Анастасии Морозовой. Ну, для нас, в общем, удачно прошел день, стабильные приходы. 4 гонки, 1, 2, 3, 4 мы пришли. Я думаю, что ветер средний, для нас как бы это нам, ну, намного лучше, мы как-то легче на нем ориентируемся. Вчера усиливалось до 16 узлов, все-таки у нас были сложные моменты, мы так, такой ветер мало тренировались. Ну и при этом сегодня тоже крутило, вертело, как бы, ну, мы чаще всего оказывались в той стороне, где нужно, да? Использовали там и даже силу течения в какой-то момент, и использовали вообще обзор пространства, где больше ветра, туда и шли. Как-то там даже везло во многих моментах. Все, что произошло в последний день чемпионата, можно охарактеризовать одним словом – невероятно. Перед заключительными гонками, казалось, основная борьба будет вестись между сделавшей задел тройкой лидеров. На пятки мира наступали экипаж Дмитрия Третьякова и Василия Григорьева. При удачных раскладах в борьбу могла вписаться Виктория Сейлинг Тим. И уж совсем мизерные шансы были у Кирилла Фролова. И вот в самый ответственный момент лидеры провалили первые очки гонки, зато блеснул практически списанный со счетов Фролов. И вот после 3 дней борьбы все должно было решиться в последнем старте. У команд Морозова и Третьякова было по 25 очков, у совершившего невероятный спурт Фролова – 29. Чтобы стать первым, Кириллу нужно было ждать не только осечек конкурентов, но и побеждать самому. Этот старт стал настоящей жемчужиной всего чемпионата. Лидеры увлеклись борьбой между собой, откатились вглубь пелотона, а Кирилл Фролов на своей Мелстон доказал, что чудеса случаются и сегодня. Его победа в финальной гонке стала сверхубедительной. Кирилл привез космический отрыв в 1,5 минуты второму призеру, поставив эффектную чемпионскую точку. На самом деле, вот если откровенно, то орали мы больше после 3-го-1-го прихода сегодняшний день, не зная результаты. А когда узнали, какой-то была немножко растерянность такая, ну, потому что мы не очень, правда, верили. То есть на подиум мы как-то еще думали о нем, но 15 очков было сложно. Поэтому немножко так прибило, пока мы шли домой. Но потом, конечно, радость. Конечно, это здорово. Тем более, столько лет уже мы пытались. И бронза была, и серебро, и в любителях. И мы еще не были чемпионами. Так что это очень здорово. Стоит сказать, что номинальные фавориты вели борьбу до последних секунд. И в результате Дмитрий Третьяков оказался 2-м, Анастасия Морозова – 3-й. Вот и подошло время нашей традиционной рубрики «Как это было?». На этот раз мы перенесемся на несколько десятилетий назад, вспомнив, какие регаты проходили на Черном море. 156 судов стартовали во всесоюзной парусной регате. На дистанции яхты класса «Дракон».
уверенно ведут гонку ленинградские спортсмены во главе с опытным рулевым Владимиром Попелем. Опередив всех участников состязания, они одержали победу в классе «Дракон». Среди яхт класса «Летучий голландец» во главе гонки оказались суда москвичей Ростислава Новодерёшкина и Льва Рвалова. Удачным маневром экипажу Рвалова удалось обойти яхту своих главных соперников и занять первое место. Попутного вам ветра в новых стартах! Как и несколько десятилетий назад, Черное море привлекает любителей паруса со всей страны. Кубок Черного моря «Новокап-2018» на сегодняшний день – это крупнейшая регата на Черноморском побережье. География и уровень соревнований растут с каждым днем. На этот раз участникам регаты удалось пройти даже под Керченским мостом. Данные соревнования проводятся на территории Краснодарского края с 1998 года. То есть в этом году, можно сказать, юбилей гонки. Раньше данная регата называлась «Кубок Русского моря». Потом 5 лет назад переименована в «Новокап». Как видим, регата «Новокап» имеет славные традиции. На сегодняшний день эта регата самая крупная по протяженности и по времени парусное соревнование Черного моря. Регата соединила сразу 3 города-героя – Севастополь, Керчь и Новороссийск. Регата проходила с Севастополя в Балаклаву, с Балаклавы в Ялту этап, с Ялты в Коктебель, с Коктебеля в Керчь, ну, опять-таки, под Керченским мостом, и финиш, конечно же, в Новороссийске. В Новокапе участвовали крейсерские яхты, и все соревнование растянулось практически на 2 недели. На сегодняшний день «Новокап» уже международный проект, ведь в Черном море гонялись экипажи из Австрии, США и Украины. Первое место в итоге занял экипаж яхты «Арсенал» из Ростова-на-Дону. Вторыми стали спортсмены из Новороссийска на «Симфонии». Бронза досталась экипажу яхты «Шутка» из Ростова-на-Дону. И вновь перенесемся от Черного моря на море Балтийское. Год назад серия вечерних регат «Коммерсант» снискала немалую популярность у жителей северной столицы. Ведь суть проекта – открыть всем увлекательный мир парусного спорта. В 2018-м проект стартовал еще в июле, и каждую неделю по четвергам любой желающий мог окунуться в невероятную атмосферу парусных гонок. Серия вечерних парусных регат «Коммерсант» – это по-настоящему уникальный проект. Погоняться под парусом, причем под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов, мог любой желающий. И так на протяжении 12 недель. И вот на акватории Финского залива была поставлена финальная точка этого сезона. Всего за сезон прошло 12 регат, и это было действительно великолепно и феерично. Сегодня, как вы видели, в общем, люди получили удовольствие. На самом деле, как и каждую регату, это наша основная задача. Это прекрасное времяпровождение, прекрасный, красивый даже проект, который является уже городским по своему масштабу. Формат гонок, который предложили организаторы, не имеет ограничений. Здесь не важен пол, возраст, опыт, и, что немаловажно, все регаты проходили в черте города. За 2 года жители Санкт-Петербурга сполна сумели оценить этот необычный для городского вида отдыха формат. Впрочем, тем, кто открыл для себя мир паруса в серии вечерних регат «Коммерсант», или тем, кто только собирается попробовать свои силы, в этом виде спорта придется подождать до следующего года. В 2018-м серии уже поставлена финальная точка. Завершилась и последняя крупная всероссийская молодежная регата этого сезона в Петербурге. Чемпионат России в международном классе 29-й собрал 18 экипажей. В прошлом году Всероссийская ассоциация класса 29-й уже проводила тестовую регату «Кубок класса 29-й», по итогам которого было принято решение провести чемпионат России, в рамках которого лучшие гонщики страны смогут помериться силами и на деле доказать, кто из них достоин носить чемпионскую корону и представлять нашу страну на международных соревнованиях. Уже после окончания регаты главный судья соревнований Владимир Комель сетовал, что ветра было не так много и даже не удалось провести несколько гонок в конце. А ведь плотность верхней части таблицы была необычайно высока. Всего за 5 гоночных дней судьи успели провести 10 гонок, из которых 2 результата пошли на выборах.
В итоге первое место занял Леонид Пушев и Василий Андреев, оттеснив на второе двух Дмитриев, Лаздина и Арсланова, сумев обойти их всего на 2 балла. Было достаточно тяжело гоняться, потому что очень много сильных соперников, они улучшили свой уровень, если сравнить с прошлым годом. Так как было по слабому ветру, то есть у всех было очень много шансов на победу, но все-таки мы выиграли. Что в мыслях? Какие цели ставите перед собой на ближайшее время и на дальнюю перспективу? Ну, продолжать дальше хорошо выступать и на зарубежных, и на российских соревнованиях. На российских, конечно, выигрывать, на зарубежных там занимать места в десятке. Пересядем на класс 49 и там начнем уже, ну, попытаемся, конечно, в Европе показывать хороший результат. У девушек с первого до последнего дня в лидерах шли Виктория Алексанова и Полина Перешивкина. Они заняли первое место с огромным отрывом. Владивостокская база 7 футов – самая восточная точка крупнейшего парусного проекта России. Национальная парусная лига образца 2018 года перед финальным этапом заглянула на Дальний Восток. Пятый этап лиги, как и предыдущие регаты, подарил зрителям и участникам невероятный градус борьбы, сохранив интригу перед стартами в Севастополе. Пятый этап национальной парусной лиги можно смело назвать скрытым финалом. Задел, сделанный на Дальнем Востоке перед севастопольским гранд-финалом, мог стать ключевым. Понимали это и участники регаты, поэтому многие экипажи усилились местными спортсменами, которые знают акваторию Амурского залива на зубок. Не изменила лига себе еще в одной прекрасной традиции. Помимо основных стартов, в этом сезоне в регате принимают участие и юные их смены. На этот раз именно оптимисты и открыли пятый этап национальной парусной лиги. Результаты, как и погода, на протяжении всей регаты была абсолютно непредсказуема. Порывы до 30 узлов в первый день, дождь и переменчивый ветер во второй и, наконец, стабильная погода в третий день делали борьбу невероятно драматичной. Поначалу в лидерах шла «Калипсо» Игоря Полищука с небольшим отрывом от огромной группы преследователей. Перед финальным днем стало ясно, что в число главных претендентов входят повелители паруса «Европа» с рулевым Валерием Динченко, Артюб Рус-1, Игорь Лисовенко и «Иксфит» Валерия Зацаринского. Финальные гонки получились живыми, интересными и драматичными. Последний 32-й старт хоть и состоялся, в итоговый протокол не попал. Один из участников подал протест на организаторов из-за просроченного старта, и состоявшаяся гонка учтена не была. Обиднее всего из-за такого решения должно было быть экипажу «Левиафана», который в противном случае занял бы третью строчку, а так завершил регату четвертым. Бронза в итоге досталась Артюб Рус-1. Серебро, улидировавший почти всю регату, «Калипсо». В целом мы выступили отлично, ну, что показывает результат, но могли показать более достойные. Первое место у команды повелителей паруса «Европа», которая состояла из представителей Владивостока. Валерий Диченко и его экипаж показывали прекрасные результаты и за 10 проведенных ими гонок трижды пришли первыми и вторыми, два раза третьими и по одному разу четвертыми и пятыми. Регата сложилась замечательно, просто мы в восторге от победы. Честно говоря, у нас такая задача не стояла. У нас задача стояла хорошо погоняться, получить хороший опыт, потому что очень много сильных команд было. Просто качественно погоняться и посмотреть, как бы, на что мы способны, и вот так вот и победили. Итак, впереди у команд только гранд-финал высшего дивизиона национальной парусной лиги. Очки за шестой этап будут удваиваться. Друзья, продолжается конкурс на лучшее любительское видео, которое объявила программа «Парусный спорт» и компания «Внештрейдсервис» с брендом «Заик». Напоминаем, все, что потребуется от вас, вовремя включить камеру и запечатлеть крутейшие моменты из вашей парусной жизни. Лучшее видео попадет в нашу программу. По итогам года мы вручим приз. Итак, ждем ваши работы по адресу жировамсобака@gmail.com, а пока смотрим видео с чемпионата России в классе СБ-20. Как мы уже рассказывали, напряжение в последний день чемпионата было просто сумасшедшим. Команда «Аврора» в ходе одной из гонок в пылу борьбы даже выстрелила за борт своим рулевым Денисом Соловьевым.
произошло? Почему выпал за борт? Ну, финишировали очень близко от старта у Сима. Чуть-чуть валились, и так как, наверное, перекрыл нам немножко ветер. Ну, в общем, вышел за борт. Вода холодная? Да, не жарко. Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Парусный спорт». С вами был Алексей Жиров. Ходите под парусом, любите парусный спорт. Пока!